Добрый день, друзья! Сегодня посмотрим ноябрьский обзор предложений и цен на автомобили Audi. Где какой автомобиль снимался, вы услышите в процессе просмотра. Адреса площадок указаны в описании к этому видео. Друзья, перед обзором хочу напомнить, кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы получать оповещения о новых видео. А также пишите комментарии и ставьте лайки. Audi A6 2011 года. Автомобиль находится в Кидайняе. 3 литра дизель, автомат, кожа, пробег 240 тысяч, цена 12 350. Audi A4 2008 года. Находится в Кидайняе. 2 литра дизель, автомат, комбинированный салон, пробег 243 тысячи, цена 7 350. Друзья, если вы купили в Литве автомобиль, пригнали его в Украину, или тем более вам его привезли на трале, то лучше всего сразу проверить его на любом дилерском СТО – Audi, Volkswagen или Seat. На дилерских СТО есть специальное оборудование и доступ к заводским системам, поэтому там можно и историю автомобиля узнать, и сделать качественную диагностику. К тому же для машин старше 4 лет – у них действует программа «Сервис 4+». Это оригинальные запчасти со скидкой 25% и скидка на работу до 25%. Как на запчасти, так и на работы дается 2-летняя гарантия. А после окончания гарантии действует поддержка в виде отзывных акций. И работает это даже после смены владельца автомобиля. Audi A4 2004 года. Автомобиль находится в Латвии, город Елгава. 2 литра бензин, механика, пробег 300 тысяч, цена 2500.
Друзья, все обзоры по Audi вы сможете посмотреть, перейдя по подсказке, которая сейчас появилась здесь наверху экрана. Audi A4 2008 года находится в Кедайняе, 2 литра дизель, механика, пробег 257 тысяч, цена 6 тысяч евро. Царапина на задней левой двери. Еще Audi A4 2008 года. Автомобиль также находится в Кедайняе. 2 литра дизель, механика, пробег 217 тысяч, цена 6 тысяч евро. Неглубокие царапинки на водительской двери. Audi A4 2002 года. Автомобиль находится в Кедайняе. Дизель 1.9. Механика. Цена 1850.
Audi A6 2012 года. Автомобиль находится в Елгаве. 3 литра дизель, автомат, кожа, пробег 149 тысяч, цена 12 990. Audi A4 2009 года. Автомобиль находится в Кедайняе. 2 литра дизель. Механика. Пробег 229 тысяч. Цена 5600. Audi A4 2008 года. Находится в Кедайняе. Дизель 2 литра. Механика. Пробег 235 тысяч. Цена 6 250.
Audi A4 2005 года. Автомобиль находится в Кедайняе. 2 литра дизель, автомат, люк, пробег 259 тысяч, цена 2900. Audi A3 2006 года находится в Елгаве, дизель 1.9, механика, комбинированный салон, пробег 269 тысяч, цена 4990. Audi A4 2008 года. Автомобиль находится в Кедайняе. 2 литра дизель, механика, цена 6000 евро. Thank you.
Audi A6 1998 года находится в Кедайняе, 1,8 литра бензин, автомат, цена 1700. Небольшой скол на переднем бампере. Поврежден задний бампер. Audi A3 2008 года. Автомобиль находится в Кедайняе. Бензин 1,8. Механика. Пробег 233 тысячи. Цена 4950. Audi A5 2012 года находится в Кедайняе, 3 литра дизель, автомат, пробег 175 тысяч, цена 13 950.
Низкое осеннее солнце очень мешает съемке. Audi A4 2008 года. Автомобиль находится в Кедайняе. 2 литра дизель. Автомат, панорамный люк, пробег 246 тысяч, цена 6300. Audi A3 2007 года. Автомобиль находится в Кедайняе. Дизель 1.9. Механика. Пробег 234 тысячи. Цена 4200. Audi A4 2008 года. Автомобиль находится в Кедайняе. 2 литра дизель. Механика. Комбинированный салон. Пробег 207 тысяч. Цена 5950. Повреждено левое переднее крыло. Царапина на водительской двери.
и приличные повреждения правого заднего крыла. Царапины по всему правому борту идут. Друзья, на этом обзор закончен. Смотрите канал, пишите комментарии. Если интересно, ставьте лайки. И кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь. Всего доброго, до следующих обзоров.